Марина Ермакова. Каких бы мыслей не был ты достоин, все лучшее для дел выбирай. Державин был поистине настроен благоустроить захолустный край. Ломая устаревшие порядки, стараясь беззаконие жить, он принялся упорно, без оглядки, плотины строить, улицы мостить. Да что плотина? И театр построен, училище народное открыть, и типографию создать по воле. Все это в жизни смог он воплотить, как губернатор и как поэта, Державин тамбовцев почтить, и снова продолжая эстафету, и обновлять свой город, и любить. Усадьба Асеева. На набережной города Тамбова, у тихой речки, светлоглазой цены, стоит дворец Асеева, и снова живет в нем уникальность старины, искусное соединение стилей и соразмерность элементов в нем. Восторженно нас радует до ныне, когда мы с гидом по дворцу идем. Здесь все — паркет, посуда, мебель, стены и лестница величественный бег несут эпохи дней этих атмосферу, переступив неумолимо век. Хлеб и картошка. Земля моя тамбовская, кормилица и мать. Порадуешь картошечкой — не будем горевать. Порадуешь, коль хлебушком — богато заживем. Под безмятежным небушком с картошкой и зерном.